Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале Ария Лайв. Здесь я делюсь небольшими кусочками своей жизни. Сразу немножко извиняюсь, так как со мной маленький ребенок, это будет шумно, да и вообще сейчас вокруг много туристов, много стройки, и найти тихое место почти нереально в Батуми. Поэтому надеюсь, меня будет хорошо слышно, и внешние звуки не будут так сильно мешать. А я буду стараться делать эти видео и звук качественно. Да? Это мое первое видео. Я никогда ничего не снимала, поэтому мне самой интересно, как у меня что получится и куда меня это приведет. Немножко о себе хочу рассказать. Я из Беларуси. Полтора года назад, по стечению обстоятельств, я с мужем переехала в Грузию. И так получилось, что через 2 дня после того, как я сюда прилетела, я узнала, что я беременна. И вот спустя 1,5 года нас уже в семье 3. Я, мой муж и наша доченька Елизавета. Эти 1,5 года были очень сильными, которые изменили мою жизнь очень кардинально и, думаю, жизни многих людей. Поэтому мне захотелось делиться, показывать то, что вокруг меня, потому что вокруг меня сейчас просто красота. Как я уже говорила, мы переехали в Грузию, сейчас мы находимся в городе Батуми. Я никогда не думала о Грузии как о стране для переезда. Но если честно, то, конечно, несколько раз у меня была мысль, а что это, как это жить возле моря, да? И сейчас я вот это как раз испытываю, живу возле моря. И что еще прекрасно, что здесь рядом и горы, которые тоже покоряют мое сердце каждый день, и это просто любовь. Что меня покорило в Грузии сразу же и без возврата, да, то есть похитило мое сердце, это, конечно же, природа вокруг. Тут есть все: море, горы, озера, водопады, куча зелени. Это классно, это классно, это супер, и это покоряет тебя. Также тут довольно трепетно относятся к природе, лично мне так показалось, и делают очень классные парки. Я была в Тбилиси, и в Тбилиси просто супер городские парки, по ним так классно и приятно гулять. Есть в Батуми такой как бы небольшой парк, который сделан один, более новенький, возле набережной в сторону аэропорта. Мы на днях гуляли там с семьей, и я бы хотела показать вам кадры оттуда. Поэтому поехали! Вышли с семьей прогуляться по набережной. Возле морешка погуляли, зашли в кафешку, посидели, выпили по вкусняшке. Я холодный кофе выпила. Вкусный-вкусный. Вот. Помочили ножки в море, рядышком тут может. И вообще замечательно. Вот идем домой. Наслаждаемся прекрасной погодой. Thank you.
Спасибо, что были на моем канале. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. И пока-пока. До следующего видео.